нужно какой-то бизнес идея. Продавать свои песни и так далее, это слишком товарный бизнес. Сейчас я зайду на 60 рублей, что-то куплю. Кореш на 150 рублей, девочки. Так, я понял. А что он с ними делает-то? Покупать маски и на входе их продавать. Подождите. Тихо, Сереж, мы на стриме. О, это что за инопланетяне? Деньги давай обратно, деньги сюда дай. Привет, Лё, это Серега. О, вы стримите, осуждаю. Сколько насобирал денег? А какого ты ему сказал? 60 рублей. Я ему сказал, короче, никто... Серега, Серег, подскажи бизнес-идею, как заработать денег. Анекдоты рассказывай всем, да деньги. Короче, да. Я у Сани, я потерял Сани этот пауэрбанк, но я ему сказал, что потерял, на самом деле он у меня, я его продам, а Сани типа деньги. Да ты мне бизнес-идею дай, чтобы я сейчас мог заработать. Ну вот, например, Акулич возьми и у нее, например, AirPods типа забери, она скажет, ты не видел, а ты скажешь, нет, не видел, и потом продашь их, и это все. Это как Катюха, типа... блядь, сделала с AirPods'ами с этого Лёшки. Ну да, это тоже продадим. Ну ладно. А мне сказали, что Лёша заработал 150 и 3 девочки. Что? Он заработал 150 и 3 девочки. Каких девочки? А вот это я уже не знаю, это уже сами будете обсуждать. Каких девочек Лёша заработал? Каких девочек, блядь, он заработал? Он нахуй охуел совсем, что ли, блядь, в край, блядь? Какие девочки, блядь? Вы вообще тратите мое время. Время, деньги. Все, беги тогда. Так, да. Я сейчас куплю себе какой-то товар и буду его продавать. Я бизнесмен. Слышишь? Купи HQD за 600 и продай. Да у меня 60 рублей бюджет. Блин. Что, мне в кредит брать их? Спизди акулу. О, можно спиздить тебя и продать Лёхе. Не надо. Не надо. Вот собаки и девушки. О, привет. Клёво. Предложи мне какую-то бизнес-идею, мне сейчас нужно срочно заработать за час денег. Сколько? Пока, Анька. 1000. 1000? Бабки ему нужны. Не, ладно. Не, от вас мне нельзя деньги брать, вы не знаете. Тебе тыку нужна? Нет, тыку я уже продал за 50 рублей. Что тебе надо? Бизнес-идея у меня, мужики. Как заработать сейчас, да. Смотри, берешь, покупаешь все, что хочешь, я у тебя его покупаю. Нет, я не могу с тебя деньги брать, ёпта. А что, от с кого надо брать? С рандомных людей, которые меня не знают. Я рандомный, я тебя не знаю. Кто-то. Ты вообще кто такой? Где мои наушники, сука? Да. Какие наушники? Мои наушники. Я, блядь, узнал, кто такой парень, что когда он выставил историю, типа, блядь, подавай мне наушники, иначе я к тебе в лайнер приду домой. А мы тебя не знаем. Ну ладно, тогда я пошел товарами закупаться. Нельзя. Ё-моё. Опять они. Нам же твой помощь, слушай. Можешь нам ашечку купить, пожалуйста? Там. Вот ему надо. Не могу. Вон девочки могут. Девочки, они тупые. Не забей. Ой, никто не... Ты как это? Бери, бери. Продавать будем. Нет, не, да мне нельзя от вас брать. Блядь, мне какой-то чел позвонил, блядь, и сказал, иди фоткайся с ним. Я ебал. Ой, блядь, косарь, то могу. Короче, я не могу в магазин даже зайти, ничего купить. Потому что у меня инет падает там. А, инет? А может давай я зайду что-нибудь? Что на 50 рублей вот можно купить? Я не знаю. Чтобы продать еще. Колу. Алло, колу. Может жвачки по рублю?
Сколько жвачки стоят? 5 рублей. Блядь, заебал, идем, кончу. А? 5 рублей штука? У тебя есть 2? Давай я у тебя куплю 2. Давай, покупай. Что, это чтобы в магазин не заходить. Я тебе продаю их за 0. Не-не-не. Ну давай, мне 10. Не, по цене магазина. Все. Все, мужики, я пошел зарабатывать вам. Сколько у тебя сейчас? Сколько у тебя сейчас? 60 рублей. Сколько? 60 рублей. 60 рублей. Все. Я 2 взял, вот. Я 2 взял. Взял 2. Тебя заскамили. Я за 10 рублей, 5 рублей жвачка. Я купил 2. И сейчас я ставлю 50 рублей. Рублей, все, поставил. ЧСВ, кто я, кто что. Я ЧСВ. Там чел попросил фотку? Кто просил фотку? Давай, я не услышал, мужики. Реально не услышал. Я что-то деньгами это. У меня была сделка. Можно его у меня была бизнес-сделка, давай. Бля, да не суй мне деньги, блядь. Я бы взял, но от подписчиков нельзя. Смотри, у нас берешь? Я не подписчик, я вообще на тебя. Друзья, вот эти. Сань, можешь сфоткаться? Мужики, может вы мне будете помогать заработать? Давай. Смотри, стакан с малкой. Он должен заработать. Здесь у него скидки. Я даю... 4 за 10. 4. Нет. Подождите, дайте сфоткаю сначала, потом... Забираешь и продаешь. Продаешь. Нет, я от вас не могу брать. Стакан. Оп, нахуй, бери. Подожди, ты же мне за 10 рублей купил 2, вот держи 2. Да отстань, нет, я у тебя уже взял. Вон лежит. Давай, Сань. Все, мужики, вот это можем на бабло заработать. Привет, с вами Илья. Смотрите, у меня еще... Смотрите, вообще идете нахуй, я ему отдаю сотку и все. Не-не-не. Все расходим. Смотрите, у меня бюджет сейчас 50 рублей. Сколько у тебя жвачек? 2 осталось. 2. Я, значит, с бюджета вычитаю еще... Здесь только 50 рублей? Еще вычитаю 40. Ой, 10. У меня теперь 40 рублей бюджет. И 2 жвачки я отдаю вам на реализацию. То есть подходите к людям, предлагаете им продать. Но не себе. Рандом. Ребят, я вас... Нельзя к Лёше нет. И лучше... Давай, нет! Они не должны меня влево, знать, понял? Я да, тебя не влево. Знаю. Я и лучше сделайте а видео доказательства, да? Типа, что кто-то да, снял. Окей, окей. Все? А у средних? Все, пошел. Да, пошли, нет, мужики. Нет. Встречаемся через полчаса. Где ты там? Все. В точку? Да, он пиздобол. Давайте через... Мужики. Через 20 минут вот здесь же, через 20 минут. А что продавать-то? Смотрите, подходите, говорите, жвачка с предсказанием, за сколько купите, за столько купите. Хорошо. И сколько вам денег дадут. Хорошо. Нет, это моя, продал? Это я ее пошел продать. Тыкву не продал. Тыкву, вот эту. Тыкву я продал, да. Я хотел купить за 100 рублей. А, вот, могу на реализацию, все, вот, можете ее продать. Все, через 20 минут встречаемся. У меня одна осталась, я пошел продавать. Все, мужики, работаем. Пошел бизнес. Осуждаю. Не поддерживаю. Осуждаю, не поддерживаю. Не пей. Пошел бизнес. Ебать, лужа! Где выход, вход? Осуждаю высказывание, не поддерживаю этого человека. Я с ним не знаком. Это абсолютно левый человек. Я с ним не общаюсь и осуждаю его высказывание. Ой, ребята, вы отличная пара. И я приготовил вам предсказание. Можете взять.
желательно, конечно, заплатить. Хотя бы 5 рублей 10. У тебя есть? Есть мелочь. Ура, ура, первая сделка состоялась. Ура, ура. А может не состоялась? Не, у меня есть. Есть мелочь? Ура! Да, держи рубль. Я купил за 5. Что за бизнес такой в минус? Ну, на 6. Ура, плюс рубль. Не получилось. Что вас ждет? Вы пара? Да. Да. Прекрасно. Если крутое предсказание, то еще плюс рубль. А, держи. Так, любовь – это включить танцы в свою оздоровительную программу. Ну что, танцуем! Можно, я считаю, за танец накинуть еще? Да нет, 5 рублей, но больше нет. Бля, ну ладно. Да хватит ты с своими деньгами. Смотрите, мужики работают, бизнес пошел. Не, не хотим, здоровщик. Здоров. Так, сейчас, пока мужики там продают, эти жвачки, я сейчас другими методами заработаю. Эксплуатация. Возьми сотку, да нельзя. А, плюс 6 рублей. Как это? 46. Фух. Иди работай, бля. 46 легчайшие, легкие 46. Так. Что сделать? Фоточку. Да, давайте. Деньги не надо. Деньги от вас нельзя мне принимать. Спасибо. Спасибо большое. Че, мужики, как бизнес? Саня, я заказал кепку, еще 13 до сих пор не пришла. Брат, все придет, не переживай, все придет. Со всеми заказами разберемся. Когда да, отправят последнюю часть, то там уже будем, собственно, делать выводы. Потому что у нас еще кепки на производстве некоторые. Все будет, но не сразу. Я реально, я дико извиняюсь перед всеми, кто попал в такую ситуацию. Шарфы буду продавать только по наличию, когда они приедут ко мне. Потому что... От этих Лёша тебя ищет, а я ему не дамся так просто. Так просто ему не дамся. Так, нужно найти людей при деньгах. Корешу дали 300? За что? Подождите, у меня еще там работяги работают, я не знаю, сколько они сейчас работают. Привет. Привет. Есть деньги? А? Есть. Сколько? Хоть флешку закинули, я ослеп. Сейчас я вам делаю крутой трюк, вы мне деньги. Готов? Готов? Давай ты псыкаешь мне в глаза перцем. Если я не успеваю убежать, то... Давай. Классно. Классно получится. Давай, счастливо. Сколько будет стоить шарфик? Где-то 1500. Кепку уже нигде не заказать. Кепки, когда новые сделаем, закажете. Прокатите? Понял. Не, здесь что-то на ходынке как-то вообще бизнес-дела плохо делаются, плохо зарабатывается.
Так, самокатери, работяги едут. Так, я придумал. ЧСВ, как ты делаешь шашлы? Сам шью вручную. Ребят, привет. Давайте я тебе сделаю крутой трюк и вас удивлю, то вы мне какую-то денежку дадите. Блин. Здорово, мужики. Давайте. А вы вип умеете? Конечно. Самокатить. Конечно. Доказать? Давай. Снимай. Снимай. Почти. Сегодня не день випа просто. Чел, беги, пишет. Ё-то, огромная скотина. Сейчас. Еще одну ходишь. Сейчас, капюшончик. Let's go. Фоткаешь меня? Тебя сфоткать? Да. Давай. Кореш хочет мыть машины. Понял. Да. Сейчас подождите, я если что вашим самокатом воспользуюсь. Да, окей. Сейчас иду. Здрасте. Давайте, привет, если я вам сейчас покажу крутой трюк на самокате, и он вас удивит, то вы мне задонатите. Юрам, ты Тварк? Не, мы не будем точно. Здорово. Здорово, мужики. Я ехала сюда. Я ехала сюда. 50 рублей. Вы за 50 рублей жвачку продали? Илья, здорово. За 50 рублей я выкупила. А что за фан? Он известный, например, друг. Давай. Сделать? Видео доказательства. Мы до тебя ехали с фиолетовой ветки, блядь. Так, мужики, давайте без мата. Вот, видишь, вот они, 50 рублей дает, а мы жвачку ему. Вот. Ну там вот, где обе внутри. А что за чел? А, ну мужик какой-то. В белой куртке. А, мужик, да? Ну, это своя куртка. Все, да, понял. Да, да. Чел, можно передам сообщение своему другу? Только аккуратно. Там без остазающих. Подожди, я только запишу, давай, чтобы ему отправить. Хорош, мужики. Так, все. Ты что, тоже? Ты кому продал? А, вот он. Все, вот он. Смотри, записываю. Показывай меня. Игорь, я твою маму ебал в рот. Да ты охуел? Я же говорил без мата. Ужас, что дети говорят. А что, может, все-таки трюк? Саня, можно сам в ТикТок? Ладно, давайте, без платы. А на карту можно? Ебать, вообще все, друзья. Давайте бесплатный трюк. Можно? Давай я сделаю. А, ты сделай, давай. Можно сразу 50 рублей? Что это? Я просто так умею, друг. Я перехватил. Убить, алло. Кирилл, если я тебе такое снимаю. Саня. Саня, самокат. Да. Саня, привет. Можем еще что-то купить. Сейчас, подожди. Ладно. Спасибо. Что, идем товаркой закупаться? Да. А ты реально за сколько продал? За 202, и одну мне тетечка дала просто так. 20 рублей просто так? Могу видео показать, давай. Сейчас. Это не может быть. 200 рублей. Ты продал? Мы с ним продавали. За 200? Вот, смотри. Сейчас, смотри. 200, а я ему отдал жвачки. Офигеть. Хватит, мужики. Папа у меня научил. Папа меня научил. Можно пиарку сказать? Вальгелиза. Погнали, товар. 50, 220. У нас... Сейчас скажу, сколько. Идем. Работяг нанял. Где сейчас XL? Где XL сейчас? Дома. Работает. Дома? Видос монтирует. Какой? Новый, который мы снимали. Молодой, дарю. Не, мне нельзя тут тысячу знакомых. Это дядя Федор. Не, конфетка. О, дай мне, хочешь конфетку?